Поздравления, патриотическая музыка и стихи, посвященные защитникам Родины, прозвучали на концерте, который прошел в одной из воинских частей, которая расположена в Щелкове. Военнослужащих отметили благодарственными письмами и почетными грамотами. С Днем защитника Отечества командование и личный состав поздравили активисты молодой гвардии. Очень плотно в последнее время стали взаимодействовать, и это очень здорово, потому что когда молодежь и армия являются одним целым, очень важно для ребят, потому что они видят настоящих защитников и стремятся со временем стать такими же защитниками. Конечно, хотел поздравить всех причастных с праздником 23 февраля, пожелать стойкости, удачи, веры, ведь победа будет обязательно за нами. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.